светит солнышко, скоро заходит. Знаете, сегодня среда, все бросил, собрался и пошел в лес. Решил устроить ПВД, поход выходного дня с моим другом на 4-5 дней. Вот такой вот ПВД. Приехали в лес, температура была 17-18 градусов. Вот, солнышко светит, поднимается ветер. Что еще надо? Мороз и ветер, да, чтобы чувствовать себя комфортно. Но передаю, что завтра будет потепление для плюс 5-7. Все хорошо, все здорово. С зимой шутить нельзя, поэтому сейчас будем готовиться к ночевке. Знаете, такой кайф. Просто. Ой. С кем не поговорю, говорю, что ты будешь делать? Пойду, наверное, в лес на 4 дня. Они думают, что я шучу. А это что ты там будешь делать? Я говорю, ну как что? Поставлю палатку и буду сидеть там. Потом сниму палатку, пойду дальше. Вот, и так 4 дня. Они говорят, а в чем кайф? Я говорю, ну как в чем кайф? Говорю, кайф в том, что никого не видишь, никого не слышишь и природа. А в чем кайф? Просуетиться целый день. Просто банально. Убить свою жизнь. Заплатить часами своей жизни за эту суету. Богаче не станем. Может быть, кто-то со мной не согласен. Скажет, Николай, что ты слишком легкомысленно все рассуждаешь? Да не, ребята. В принципе, мог работать, мог каких-то денег заработать. Вот. Не потому, что я там в голове ветер. Просто уже достаточно прожито лет, чтобы расставлять приоритеты правильно. Ой, как хорошо. Иван, чай, немножечко имбиря. Зима сейчас еще пока не остыл. С санками это своего рода квест. Если найдешь дорогу, немножко пройдешься, как бы терпимо. А по лесу, главное, чтобы лес был вот такой вот, как этот. Сосны такие, ну, хороший, классический лес, не хмызняк. Тогда еще идти можно. Но тянуть их, ну, все равно. Вот захотелось мне с санями. Я пошел с санями. Но в них можно немножко больше нагрузить. Вот братану взял еды побольше. А то в прошлый раз ходили в декабре. Что-то совсем впритык было. Зима, кушать хочется. Энергии жгет много, пес молодой. Сейчас попью чаек и буду подготавливаться. Ребята, вот небольшое такое лирическое отступление. Мы когда смотрим с вами YouTube, там есть люди, которых выпустили из психоневрологического диспансера. Они берут, значит, рассказывают, если вы сидели в офисе, и вдруг ни с того ни с сего, без спичек, без ничего оказались в лесу, и вам надо выжить, или вы почему-то пошли в феврале месяце за грибами, заблудились, и вам надо переночевать в сугробе. Не, бывает экстраординарная ситуация, но поверьте мне, ни один человек без подготовки зимой в лес не пойдет, если его только туда не вывезут насильно. Поэтому помните всегда, какая бы погода ни была, даже если 0 градусов, с зимой, с холодом шутки плохи. Это надо понимать. Когда вы смотрите, вот там сидит человек, там что-то пилит, чаек, там туда-сюда, кайф какой-то. За этим существует труд. Вот я сейчас, чтобы поставить лагерь, подготовить дрова, поставить палатку, расчистить место, все-все-все-все сделать, уже наверняка стемнеет. У меня на это часа 2,5 уйдет, а то и 3. Вот, а день очень короткий. А потом завтра утром встать, опять дальше пойти. Это труд, это действительно труд. Но если делать все спокойненько, без суеты, без подвигов, без желаний поставить какой-то рекорд мнимый, то тогда все в радость. Все будет в радость. Как закончил движение, сперва хорошо, вот буквально чуть сидишь и сразу остываешь. На мне зимний костюм,
торговой марки и бренда Вервольф. Называется он Вольфхаунд, по-моему, да. Обзорчик, если будет, ссылочку поставлю. Вот. И я его надел на летний термик. Больше ничего у меня нету. И чувствую себя абсолютно комфортно. На всякий случай я взял еще с собой запасной комплект термобелья. И у меня еще есть две куртки для разных действий. Ребята, не сидите дома. Не обязательно бежать в лес. Не тратьте время. Оно не повторится. Только здесь и сейчас. А все остальное иллюзия. Жизнь в будущем — это ловушка. Жалеть о прошлом — это яма. Здесь и сейчас. Еще пару глоточков чая и займусь делом. Не буду снимать особо, что там делаю. Там это пусть есть люди, которым это в радость. С этой камерой бегать. Ладно. Буду отрывками показывать, что получилось.
как ночевалось? Как переночевал мой братан? Хэй! Скажи, с моей экипировкой мне не страшно ничего. Да. Да, брателло, вот так вот мы переночевали. Вот. Засыпало нас снегом. Не по-детски. Просела палатка. Сейчас буду все поправлять. Решил на этом месте еще один разок переночевать, а завтра уже пойдем дальше. Провести еще один эксперимент. Собака моя все больше и больше берет периметр от лагеря. И никак не могу понять, где я его отпускаю, вообще правильно это или нет. Конечно, он никого не укусит. Но дикие звери это раз, охотники могут быть это два. Хотя в наше время ходовой охотой никто не занимается практически. Все сидят и ждут на поляне, чтобы убить зверя. Да. Попробую посвистеть. Вот морда, а. Вот уйдет куда-то, потом прибегает такой счастливый, это просто трындец.
Но для него это радость с его экипировкой. Вопросов нет. Я, кстати, вот благодаря одежде Вервольф, не сочтите это как рекламу, много разных хорошей экипировки. Я ж не говорю, что это самое лучшее. Я говорю, что я ее проверяю, и она мне нравится. Нравится, конечно, постоянно посылаю им разного рода свои рекомендации. Ребята делают, изменяют. Слава Богу. Слава Богу. Мне было даже приятно, когда я изучал брюки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Штурмер Про 2. Вот, и послал вот свой обзорчик им. И вы знаете, связались со мной с производства и сказали, поблагодарили, и сказали, да, вы правы, менять будем тут, менять будем там. Это, ну, как вам сказать, не потому что я хочу похвастаться там или еще что-то. Это просто результат многолетнего, очень многолетнего опыта работы с экипировкой и совета от чистого сердца, что и как. Ну и всех, кто нас смотрит, мой канал, если я о чем-то рассказываю, ребята, не обращайте внимания, что у меня много минусов и много плюсов. Идеальный только рай, наверное. Вижу морду на горизонте. Попробую позвать. Брендя! Иди ко мне, мой верный пес. Иди ко мне, моя тактическая собака. Скачет, 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 скачет. Где тебя носит, а, басурман ты такие? Ну иди ко мне, иди, 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 иди. Иди, подойди сюда, ну поздоровайся. Ну подойди ты, поздоровайся с людьми. Повернись, Бен. Скажи, всем привет! Ходите в лес в походы, имейте хорошую экипировку. Это я вам говорю, тактическая собака, которая ходит постоянно в любую погоду. Не послушака ты мой. Бренд, ко мне. Иди сюда. Хорошо. Ай, молодец. Ай, молодец мой. Лесная моя тактическая собака. Ай, молодец. Там все чисто, все спокойно, никого нету, да? Периметр проверил, молодец. Хорошо, пойдем дальше. Гуляю по лесу. Там второй или третий день, я уже не суть, не важно. Полоснежный буран. Говорят, ночью еще будет. Людей нету, зимние походы – это сказка. Это просто сказка. И представляете, друзья, кажется, такая натура. Снимай что-нибудь, делай какой-то обзор. Или как показывают, там идет человек, начинает показывать, как он там ставит палатку, как он все это делает. Такая лень. Лень именно съемками этими заниматься. Сегодня меня просто штырит от красоты от этой и от тишины от этой.
Собака! Моя собака! Ты где? Где моя собака? Ну что, мой хороший, что моя лапушка? Ну, улегся, меня ждешь, кушать хочешь? Ну, пойдем посмотрим, что у нас там есть. Я, конечно, не специалист по зимним походам. В Ютубе хватает людей более продвинутых, с навыками и тому подобное. Ну, может быть, моя болтовня кому-то поможет. Кто захочет сходить зимой в поход, но всегда помните, что зима – это время повышенной опасности. Даже имея спички, нож и все остальное, это палатку – это далеко не гарантия того, что вы можете не замерзнуть. Поэтому все надо делать разумно. Итак, смотрите. Вот вы приобрели палатку, вы пошли зимой. Предположим, у вас нет печки, или у вас есть печка, но вы ее то зажигаете, то нет. Обратите внимание, вот сегодня ночью был буран, посмотрите на лес. Видите, если мы сейчас смотрим вот с этого ракурса, то лес такой белый, заснеженный, да? Вот. Палатка, это уже я в порядок привел. А теперь я, смотрите, перевожу панораму. И раз. А тут лес совсем другого. Здесь, видите, черные стволы. Лес по-другому смотрится. А мы переворачиваем. И вот после метели, бури, направление ветра, мы видим, как ложился снег на деревья и с какой силой это все было. То есть все деревья буквально заснеженные. Вот, я утром, когда проснулся, спал, ну, захотелось мне тоже побыть немножко выживальщиком, спал без печки, вот, собака, переживал за собаку, ну, она у меня спокойно все перенесла. Вот, и я проснулся, у меня, вы видели, уже вся палатка была просевшая внутрь от наледи, от конденсата, именно не снаружи, то есть не снутри, а снаружи. Я ее перетягивал, вот, она вся обледенела туда-сюда. Как только я зажег печку, через полчаса все, палатка приобрела свой нормальный вид. Я ее еще немножко перетянул, поставил эти оттяжки ветрозащитные. Не знаю, сегодня передавали тоже, может быть, какой-то буран.
И все-таки я вам вот что скажу, ребята. Находясь в лесу зимним в палатке, если еще идут то снег, то ветер большой, то мороз, будьте очень осторожны с тем, что ваша палатка будет приобретать не те формы, которые надо. Понятно, что есть там дуги, распорные. В данном случае я сейчас говорю про типи. Вот такую форму палатка, как у меня. И еще я вам вот что могу сказать. Лучше всего, конечно, брать с собой печь. Будете вы ее зажигать, не будете вы ее зажигать. Это гарантия того, что, не дай бог, что вы сможете себя высушить, не сидя у костра. Никто там не будет никакую надю, я уверен, больше, чем разводить и тому подобное. Поэтому зимний поход у вас должен иметь основу тепла. Помимо экипировки, теплых спальников и все остальное. Не занимайтесь ерундой. Хорошие печки, они очень дорого стоят. Мне мою делали на заказ в Екатеринбурге из титана. Вот, чтобы она была легкая, на формат А4. Кому интересно, ссылочку оставлю, вы посмотрите. Вот печка не самая лучшая, со своими минусами и недостатками. Но мне, по крайней мере, хватает. Поэтому берегите свое здоровье и будьте благоразумны. И помните, что вот кажется, да, стоит палатка, ничего сложного, расчищено место и заготовлены дрова. Помните, 2,5-3 часа у вас на это на все уйдет. Если делать, не высунувши язык. Световой день короткий. И, как правило, многие ночью, я в том числе порой, завершаю все это дело. Ну и в походы зимние лучше ходить, конечно, не одному. А когда вы станете опытным туристом и будете понимать, что и как делать, тогда да. Если кому-то, ребята, будет, ну, не в плане навязывания, как советы там или еще что-то, а просто житейский такой опыт человека, который начинающего туриста со стажем 30 лет. Обращайтесь, задавайте любые вопросы. Постараюсь, как могу, ответить на них. За любым моим предложением, за любой моей запятой будет, безусловно, стоять опыт. Ну и помните, что надо еще делать градацию такую, как бы мы ни хотели, мы стареем, это возраст. Поэтому в одном возрасте вы по одному совершаете походные движения, во втором и в третьем по третьему. Какой первый, какой в третий, это у каждого по самочувствию. Но надо помнить об этом и быть благоразумными. Активного всем долголетия!